Добрый вечер всем. Давайте проверим связь. Как меня слышно, видно. Будем начинать все вовремя. Отлично. Сейчас на секунду поставлю, наверное, на подзарядку сразу, на всякий случай. Спасибо. Когда накрасишься, и люди сразу чувствуют, видят. А так не слышно, не видно. Сразу хочу оговориться, что у нас в Беларуси просто все в основном в Вайбере, поэтому мне проще сопровождать структуру в Вайбере. А это же можно делать в любом мессенджере, будь то Telegram, будь то WhatsApp. Можно и Viber, одним словом, кому как удобно. Будем, значит, начинать, а дальше пусть девчонки остальные подтягиваются. Сразу скажу, это все было сначала у меня не на постоянной основе. То есть было введено, но системы не было. Поэтому не повторяйте, еще раз повторюсь, наверное, у меня все время так вебинары начинаются. Моих ошибок, если уже ввели, это правило. Да, сначала будет тяжело. Да, сначала не будет никакого отклика. Да, сначала будет спамер одного человека. А дальше те бизнес-партнеры, которые пришли к тебе, так как система будет уже заложена, они будут делать то же самое, и включатся и те, кого всего лишь добавили в эту группу. Поэтому не бойтесь и не думайте, что вы что-то делаете не так, даже если уже на протяжении, допустим, месяца-двух у вас, кажется, нет выхлопа. Только когда появится 2 человека хотя бы, когда будут друг друга приветствовать, не то что приветствовать, поддерживать, сразу включатся и другие. Ну, об этом по порядочку. Итак, вне зависимости от того, откуда пришел к нам новичок, конечно, если, допустим, он пришел с одноклассников, поздравляем с регистрацией, я поздравляю с регистрацией текстом, но небольшим текстом. И, конечно, стараюсь, чтобы был вопрос-ответ. То есть, когда мне человек дал данные, я обязательно ему пишу, что вам сейчас придет номер и пароль. Сохраните, это для вас. Мне напишите код подтверждения для активации. То есть, они думают, что пока я не активирую, они туда даже не могут зайти. Обязательно вводите код подтверждения, старайтесь сразу. Если человек вам где-то сразу не написал, ну, если сегодня, допустим, поздно вы его регистрировали, обязательно завтра спросите. Почему? Потому что сама сколько раз уже сталкивалась, если человек у вас в отчетах «Моя структура» светится красненьким, то есть он не активирован, он может еще по ошибке опять зарегистрироваться. Это получается, у него неактивный телефон, не подтвержден. Когда у него телефон подтвержден, все, по второму кругу он не зарегистрируется. И получается, даже если кто-то его будет регистрировать, как мы знаем, сейчас новички у нас, за нами закреплены 6 каталогов, или он забыл номер и пароль, не каждый может написать тебе лично, сама уже сколько раз сталкивалась. И они по ошибке нажимают вместо слова «вход» «регистрация». Даже если они введут все-все-все свои данные, обязательно система напишет, что такой новичок уже зарегистрирован. Поэтому обязательно обратите на это внимание. Дальше тоже все идет диалогом. Когда они дали мне
код подтверждения, я их активировала, поздравила с регистрацией, что у них есть временный личный кабинет, рассказала о условиях компании, что сейчас вы можете покупать через свой личный интернет-магазин все, что только вам нужно. Если же вы сделаете заказ, ну, в Беларуси на 29 рублей, будет скидка 20%, если, допустим, на 58 или на 45, в зависимости от того, какие сейчас подарки для первого, за первый заказ, получите такой-то подарок. Обязательно говорю, что у нас есть группы, сейчас о них вам расскажу подробнее, и они, допустим, у нас в Вайбере. Ну, как-то я очень редко сталкиваюсь с тем, что у кого-то есть Телеграм. И группа «Примерочка» и группа «Новички. Первый шаг». Группа «Примерочка» у меня вообще существует уже, может, лет 5. О ней тоже расскажу чуть-чуть позже. И только после активации номера добавляю в группу новости. Рассказываю, почему. Потому что сначала я добавлял всех подряд. То есть «Примерочка», «Новички. Первый шаг» и «Новости». Они так и подписаны. «Новости» с Ольгой Карпович. Там, получается, я загружаю, допустим, видеообзоры, например, свои же. Затем обновление склада, что когда появится. Дальше какие-то новинки. В общем, все-все-все, записи вебинаров и так далее. Но просто с чем столкнулась, что если не проверять вот эти свои группы в Вайбере, да не только в Вайбере, очень часто там могут сидеть, ну, нравится людям, может кто-то читает, может кто-то не читает, те, которых уже удалили. И когда особенно начинаю проверять, я это все делаю 2-3 раза в год. Одним словом, как получается. В моей группе появляются люди, ладно, если их уже удалили. Это куда еще не шло? Кстати, вот таких групп, когда проверяют, очень много идет потом регистраций. Потому что я так и пишу, что, мол, меня зовут так-то, так-то, ваш личный номер с Faberlic удалили, для активации пишите фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес. Телефон у меня уже, в принципе, есть. Очень часто все, ну, из 10 точно человек 5-7 регистрируется повторно. Но очень часто в группах обнаруживаются люди, которые зарегистрированы не у меня и уже, в принципе, давно. Так понимаете, вот это очень и очень нехорошо. Поэтому примерочки на самом деле это типа наше в Телеграме продуктового. У меня там даже добавлены мои постоянные клиенты, которые не хотят регистрироваться. Вот, значит, про примерочку. Как уже здесь написано, я ее создавала с целью уменьшить возвраты на пункте выдачи. Потому что у нас тогда только входила такая категория, как одежда и обувь. С возвратами, ну, и я, конечно, была другая, с возвратами я относилась совсем по-другому. И в итоге получается... Хотела предостеречь, ну, как бы предотвратить очень многие возвраты, потому что люди как, они даже не смотрят, ну, например, так как ты сам заказываешь, ты, конечно, не хочешь, грубо говоря, сама себе создавать какие-то проблемы. И уже смотришь там крой, смотришь вязаное, допустим, не вязаное и так далее. А людям, ну, какая разница, заказали и заказали. В итоге получается, вот именно тогда я начала возвраты, я еще тогда была в другом офисе, в другом помещении, фотографировать вещь какую-то и писать небольшие, как говорится, аннотации. Там, больше мерить, мало мерить, обратите внимание максимум на такой размер и так далее и тому подобное. Затем сама того не предполагая, о моей примерочке узнали
другие консультанты, мол, нам сказали, что у вас есть такая-то группа и так далее и тому подобное. Но есть, добавьте, пожалуйста. В итоге получилось так, что моей примерочки стало мало, так как группу в Вайбере можно добавить только 250 человек. И я создала уже сообщество «Примерочка». И остальных начала добавлять уже туда. Сейчас, конечно, да-да, Женя, сейчас, конечно, «Примерочка» у меня работает точно так, как продуктовый чат в Телеграме. То есть мы сами пишем какие-то отзывы, фотографии выкладываем туда. Тоже, конечно, мы полностью дублируем информацию из продуктового чата, за что огромное спасибо всем вам, потому что, ну, раньше у меня реально был театр одного актера. Писала только я и еще раз я, и выхлоп был очень малый. Когда у тебя, еще раз повторюсь, появился хотя бы 1-2 человека, даже если они сами не пишут тех отзывов, просто закрепите за ними, чтобы они хотя бы один раз в день бросали ту же информацию с того же продуктового чата. И в итоге я даже в эту примерочку подобавляла своих постоянных покупателей на офисе, но не из нашей структуры. Они постоянные покупатели, они постоянно покупают, и, как вы знаете, за товарооборот офиса нам тоже платят, поэтому очень многие, вот так вот насмотревшись на ту же, допустим, куртку и какую-то обувь и так далее, они тоже заказывают. Дальше. Новички, первый шаг. Сразу после регистрации, как я уже говорила, рассказываю, что у нас есть в Вайбере группы, если хотите, добавлю, только отключите звук. Сразу новичка вношу себе в телефонную книгу через Вайбер. И дальше. Смотрите, какое приветствие. Я сразу говорю, такого условия нет и таких правил нет. Но я попробовала, и включаемость больше. Поэтому я так делаю, и девчонки мои делают. А еще не сказала, что, ну, так как мы работаем в Беларуси, что я, что своих девчонок приучила, что должен быть бумажный каталог. Особенно у новичка, который вообще никогда не покупал ничего в Faberlic. Поэтому всегда требую, чтобы при регистрации вводили реальный адрес. И все мои бизнес-партнеры отправляют наземной почтой человеку каталог, куда мы вкладываем памятку, как оформить заказ. Ну, в России сайт поменялся, у нас еще не менялся, мы ждем. Обязательно вкладываю визитку. Значит, у меня визитки вот такие вот старого образца, которые мы делали, самые первые. Сверху я только дописала регистрационный номер, а с обратной стороны я вписываю фамилию, имя, отчество человека, номер вписываю регистрационный, а пароль они уже вписывают сами. Конечно, не все включаются, все мы знаем, что если включается 30%, это очень хороший процент, но так получается, что у человека всегда, если что, есть твой регистрационный номер и твой телефон. Опять я отвлеклась, я, наверное, без этого не умею. Значит, и я придумала правило, еще раз повторюсь, которого нет. Если я высылаю каталог, я пишу, что нужно активировать свой регистрационный дисконтную карту в течение 15 дней. То есть я даю, где, допустим, 3-4 дня, пока каталог дошел. Дальше, если человек, ну, например, каталог, ну, он был зарегистрирован, или, допустим, каталог уже не успевает дойти до конца каталога, вот, например, у нас какого? 3 числа, например, заканчивается каталог, а я зарегистрировала человека, например, там 31 октября. Значит, если я высылаю каталог, я, конечно, высылаю уже новый, 16-й,
но пишу, чтобы активировать вам дисконтную карту, нужно оформить заказ. Это какого мы зарегистрировали? 31 плюс 15 дней. Это значит до 13, например, или до 14 июля, ой, господи, ноября. Если заказ на 29 рублей, скидка 20%. Если на 58 до, указываю, до 3-го, например, и оплатив подарок то-то-то, если на такую-то сумму в подарок то-то или то, или то. Здесь уже, ну, сейчас, конечно, мы всем отправляем флеш-каталоги, но здесь... Если вот на стыке регистрации, я обязательно рассказываю человеку, что все заказы суммируются. Поэтому вы можете заказать, допустим, на 29 рублей, посмотреть, что сейчас выгодно, по каталогу 15, оплатить с 4-го каталога, затем заказать на тех же 29 рублей по каталогу 16 с 4 ноября. В итоге, когда сумма суммируется, вы выходите на подарок. Всегда я вот так вот рассказываю и рассказываю точно так же и на остальные шаги. Особенно те люди, которые забирают у меня на офисе заказ. Вот я, например, вижу по чеку, что шаг он выполнил следующий. Но, в принципе, еще неделя, может, даже и полторы до... до конца каталога. Поэтому я и рассказываю, что, мол, если у вас собирается еще заказ по каталогу 15, вы его оформляете. Только вы его оформляете в конце каталога, оплачиваете в начале 16-го каталога, эта сумма идет на 16-й каталог, и затем в 16-м или заказываете на недостающую сумму, или же заказывайте, что у вас заказали или что вы хотите заказать. И так получается проще проходить шаги. Ну и, конечно, в новичках первый шаг. Обязательно поздравляем, кто активировал дисконт, кто получит подарок. И уведомляем, что я вас перевожу в следующую группу, но не сразу я его удаляю, а жду где-то хотя бы час, чтобы человек прочитал, что его поздравили, так как там добавлены во всех группах мои бизнес-партнеры, они, конечно же, поздравляют, уже очень прям радует, что включаются и другие консультанты, то есть они уже поздравляют друг друга. И затем я консультанта удаляю и перевожу в группу, которая называется «Новички 2-9 шаг». Здесь, в этой группе, я тоже приветствую, рассказываю о стартовой программе, картинки обязательно. И еще я девчонок, особенно те, которые шагают по шагам, всегда прошу фотографировать свои стартовые подарки. Ну и, конечно, в продуктовом чате это тоже все есть, но не могу же эту информацию бросать я, потому что люди в курсе, что я уже давно не новичок, и я не могу это все получить. Поэтому кто-то из девчонок показывает, что я получил подарок. Одним словом, мы делаем там, стараемся движуху, но... Очень многое пока еще не получается, что хотелось бы, и эту ошибку я вижу. И вот могу сказать честно, что вот группа 2-9 шаг частенько у нас хромает. Везде-везде нужен контроль. А как понимаете, сам везде этого не сделаешь. И... Также есть, конечно, когда многие новички выходят из этих групп, и что уже сделаешь, но тот, кого добавила я в группу, в основном остаются. И даже, что самое интересное, если не проконтролируешь, уже стартовую программу этот человек закончил, но он все равно
остается в этой группе. В этой группе, конечно, мы напоминаем о том, что заканчивается каталог, чтобы они успели заказы разместить. Даже иногда вплоть пишем суммы. Конечно, часто я пишу лично, что, мол, вам осталось, допустим, 5 рублей заказать, на 5 рублей заказать продукты, чтобы выйти на третий шаг, картинка. И знаете, в таких ситуациях я не заставляю и даже не говорю людям, что набирайте на 29 и так далее. Человеку не хватает 5 рублей, допустим, до следующего шага. Вы сами понимаете, что если набирать специально, ну, не каждый соберет на тех же 29 рублей или на 1000. А если ему не хватает, 5 рублей – это, я даже не знаю, как сказать, ну, допустим, на ваши, это, например, там 400 рублей. Ну, я думаю, если человеку не хватает 400 рублей, навряд ли он будет заказывать на 1000. И, конечно, опять же, поздравление каждого пофамильно, что, мол, поздравляем, например, там, Кунько Елену, она выполнила третий шаг, получит подарок то-то-то. В следующем каталоге, опять же, при выполнении на 65 рублей на наши по ценам каталога, получит следующее. И я, конечно, смотрю по заказам людей, но, знаете, очень редко только те, кто делает сразу большие заказы, говорю, что, мол, если ты сделаешь на 135 рублей, получишь этот набор за 3 рубля. Очень мало кто, ну, может, только я с таким сталкиваюсь, кто забирает вот эти подарки за 3 рубля, то есть делает на 135 рублей. Если человек знаком с продукцией, это очень часто касается удаленных, то есть те, которых уже удалили, они знали продукцию, но просто, опять, очень часто, кстати, если у вас хорошие отношения в структуре, если вы всегда показываете, подсказываете и так далее, ну, 8 из 10, 100% опять обратятся к вам, что, мол, что-то я не могу зайти к себе на страничку, может, неправильный пароль и так далее. Сразу проверяешь, человека удалили, и регистрируешь его по-новому, и плюс говоришь, что вы можете по-новому участвовать в акциях. Это очень часто. Но если, еще раз повторюсь, если у вас хорошее взаимоотношение, если вы всегда подсказываете, показываете, говорите выгоду и так далее, людям, поверьте, на самом деле, все равно, у кого он зарегистрирован, у Оли, Алены, Яны и так далее. Он просто хочет всего лишь покупать продукты. А дальше он уже сам знает. Если зарегистрируюсь у Оли, Оля что-то где-то подскажет, расскажет. Очень многие нюансы, например, по автозаказам и так далее. Если вы это все знаете, вы можете людям подсказать, они, конечно, придут к вам опять же. Та группа, про которую я говорила, новости с Ольгой Карпович. Такие группы в основном завели все наши, мои партнеры, лидеры отдельно для себя. Почему? Потому что, ну, как я уже говорила, группу в Вайбере можно завести не более 250 человек. Конечно, у меня сейчас там столько нет, потому что структура, конечно, больше, структура у нас уже больше 1000, но всех-всех-всех не внесешь. Очень многими я общаюсь просто, допустим, в Одноклассниках редко или ВКонтакте. Делают люди заказы, всех уведомляю всегда по сообществу, бросаю ссылки на все свои группы. Но знаете, все мы знаем, что сейчас у каждого человека огромное количество групп, и, ну, не нужно человеку, ну, не нужно, он и так прекрасно покупает. А вот уже все те, которые у меня в моем городе, и те, кого я регистрирую сейчас, чтобы иметь с ними связь, потому что это все-таки новички, всех уже добавляю в группу. Но, повторюсь, в этой группе только только те, кто сделал заказ, то есть подтвердил свой личный кабинет на год.
как уже здесь написано, все новости компании, то есть, допустим, и про тот же форум, записи вебинаров, поздравления всех, кто выиграл в розыгрыше, плюс мы уже, ну, каталогов, наверное, 5, проводим еще отдельно свой розыгрыш именно на нашу структуру на 15 баллов. Это акция кратная, то есть если у человека 50 баллов, значит, его нет 3 номерка и так далее. У нас существует Google-таблица, где каждый лидер в конце каталога, но мы взяли в привычку это все делать в понедельник, потому что вы сами знаете, что очень много платят заказы в конце каталога, и в понедельник, получается, каждый записывает свою структуру, каждый нумерует, присваивает человеку номера и в конце пишет, ну, чья-то структура, то есть кто дарит подарок. И вот, например, вот обязательно, когда кто-то получает подарок, мы просим фото, и вот подарок победителю 14 каталога вручен, набор для лица. И человек даже очень часто, кстати, не знает, что он участвует в розыгрыше. Затем, если он уже выиграл, я нахожу его в Вайбере. Если не нахожу его в Вайбере, значит, созваниваюсь лично, что, мол, так и так, вы победили в розыгрыше, на вашу фамилию тогда-то придет подарок, когда получите, отпишитесь. В конце каталога, конечно, мы поздравляем все вот это в новостях с Ольгой Карпович. Поздравляем с новыми званиями. Здесь уже, конечно, включаются девчонки, тоже отвечают. И очень часто я бросаю видео других лидеров, кто очень хорошо показывает видеообзоры новинок одежды. Для того, чтобы люди не боялись, не стеснялись заказывать какую-то одежду, обувь. И, конечно, чтобы предотвратить огромные, допустим, те же возвраты. И, знаете, очень хорошо смотрят, но еще раз повторюсь, здесь должны быть в этой группе все, кто, у кого есть личный номер, то есть тот, кто делает заказы. А вот уже в примерочке, так как я повторюсь, есть и незарегистрированные, а просто мои клиенты, есть и чужая структура и так далее, так там у нас только, например, там мои видео или видео моих девчонок. Другие, чужие именно видео мы туда не бросаем. Конечно, у меня есть отдельно группы для веток. Знаете, сначала я думала вести отдельно номера, но затем я посмотрела, что лучше писать эти все номера в одной группе, где и поздравления, где и акции, и все на свете. И знаете, что могу сказать? Понемногу работает. Расскажу все по порядку, как говорится. Когда я начала работать веткой, у меня этой группы не было. Затем людей же надо как-то уведомить, кто на каком проценте и так далее. В эту группу ветка я добавила всех, кто сделал хотя бы один раз заказ. И поприветствовала, здесь неплохо видно, сейчас вам зачитаю, и поприветствовала одним сообщением. Кому не нужно, сразу ушел. Остальные не поверите, все находятся в этой ветке, никто не уходит. Значит, приветствуем. Это группа для тех, кто находится в одной веточке. То есть вы зарегистрированы один под одним, а значит, при выполнении личного объема 50 баллов будете каждый каталог иметь уже... каждый каталог имеет свою скидочку. Здесь мы будем писать последний номер нашей общей веточки. Поэтому, если у вас будет регистрация знакомого или родственника, используем последний номер в этой группе. И регистрацию проводим в личном кабинете, написав вышеуказанный номер. Это дает возможность любому, абсолютно любому из вас забирать свои денежки из интернета. Иначе новичок останется без группы, как ничей. Это все равно же ваши люди. Ну и отключите звук, чтобы не отвлекал. Это
сообщение было, когда я всех добавила. Дальше был, как я говорю, театр одного актера. Писала всех людей я, ну, кого регистрировала. Писала. Затем в конце каталога подводятся итоги. Конечно, поздравляем, кто на каком уровне, высчитываю, сколько денег кто получит. В итоге все привело к тому, что девочка, ну, я сама даже, кстати, не обратила внимания, девочка зарегистрировала сестру, ну, отличаются они только именем, ну, потому что, понимаете, фамилия и отчество одинаковые. Ну, там Ирина и Лена, пришел один человек, я их знаю по фамилии, как бы даже и не обратила на это внимания, но потом я вспомнила, что я же все-таки регистрировала Ирину, а она забирала Елену. Давай я проверять, а она-то сестру зарегистрировала в веточку под тот номер, который был последний. Дальше, о чем я повторяю, что самому тяжело, но дальше включаются девчонки. У нас включилась Марина. Она сейчас в этой ветке, очень быстро вышла почти на 9%. И она спросила, можно я буду поздравлять? Сейчас она у нас заведует, она контролирует, ну, всех уже, кто под ней, и поздравляет. Поздравляет, допустим, с 50 баллами, всех пофамильно, поздравляет со 100 баллами, кто вышел, допустим, на пылесос. То есть ты себя уже облегчил в этом. Но раньше, на самом деле, было, ну, конечно, все тяжело. Потом с этой же группы уже включилась еще одна девочка. Она увидела, на каком она проценте, она увидела, что она теряет. Да, они периодически друг у друга забирают, но, заметьте, они-то в принципе ничего не сделали. Я думаю, объяснять я вам не буду, вы это все сами прекрасно понимаете. Поэтому они видят, что под ними растут, ну, растет структура, потому что все-таки номера скидываются. И знаете, я веду вот такую группу, где у нас все. И поздравления, и указания тех, кто сколько не добрал. То есть мы здесь пишем, кто на каком проценте в конце каталога. Но так как 50 баллов нету, извините, скидки у вас нету. И, конечно, даже я и сама их всех учу, что если у вас не хватает до 50, извините, 23 балла, конечно, невыгодно добирать. Но если у вас 44, 46, 47, уже лучше добрать тех 3-6 баллов и иметь скидку, чем не добрать. А особенно если напишешь, что ваша скидка перейдет вышестоящему человеку, вы не представляете, как это все срабатывает. Дальше. Конечно, у меня существует группа, где бизнес-партнеры, которые создают странички, которые рекрутируют каждый со своей скоростью. Здесь у меня все девчонки во всех званиях, ну, на всех процентах. Здесь мы, ну, я уведомляю, допустим, о планерке, делимся картинками. Здесь идет переписка вопрос-ответ. То есть я приучаю девчонок не писать лично мне, если у них какой-то вопрос, или там, как ответить и так далее. Я думаю, вы все помните, Оксана тоже об этом постоянно говорит, что не нужно быть единоличником, может кто-то смущается, стесняется это ответить, но в твоих же вопросах найдет себе ответ. Поэтому сейчас уже девчонки сами между собой общаются, они спрашивают, они сами друг друга консультируют. Одним словом, идет то, о чем я мечтала давным-давно. Дальше, конечно, у меня есть отдельно группа «Лидеры Драгичин», где мы уже решаем вопросы, что касается именно моего города, то какой-то флешмоб, то, допустим, фотосессия, и, ну, чтобы не загружать информацией всю группу. Дальше есть отдельно «Лидеры от 9%», отдельно группа. Потому что, сами понимаете, где-то может какой-то вопрос там подарков и так далее, ну,
кстати, в подарках, в розыгрыше нашем от 15 баллов лидеры дарят от 9%. 6% мы в учет не берем, потому что, сами понимаете, у них и структура поменьше, и доход поменьше. Ну и отдельно есть у меня группа «Бизнес-партнеры», которую я обозвала. Здесь девчонок поменьше, здесь те, которые и дежурят. Одним словом, на те, на которых можно всегда положиться. Ну и сами вы понимаете, никто никого заставлять не будет, но здесь девчонки между собой, мол, сегодня не могу подежурить, кто-нибудь может заменить и так далее. Поэтому групп, одним словом, у меня очень много. Также для самоконтроля введена у нас группа цели, которая периодически хромает, даже не на ногу, а не знаю на что, идет одним, не знаю, двумя-тремя пальцами, но есть, например, Оля Синкевич, которая пишет каждый день и скидывает фотки каждый день. И для девчонок сразу говорю, что это все для самодисциплины, никто ваши цели читать не будет. Если вы уже что-то где-то хотите закрыть, ну так закройте там ручкой или книгой и так далее. Дальше, когда у нас летом, помните, стартовал флешмоб «Здравствуй, новое я», мы тоже участвовали, только у нас было чуть-чуть другое. Мы проходили все диету прощения. Если кому-то интересно, пишите мне в личку, я обязательно расскажу. На самом деле шла и трансформация каждого из нас, и решение многих проблем. Что это такое? Еще раз повторюсь, пишите в личку, расскажу, дам видео, но девочкам результат всем понравился. Кстати, сейчас по этой диете проходят у меня даже некоторые консультанты, и тоже очень хвалебные отзывы. Тоже есть группа «Вопрос-ответ». Это именно с девчонками по пунктам выдачи. Я гарант двух пунктов выдачи, «Белозерские» и «Березе», где мы решаем вот какие-то вопросы, что касается по пунктам выдачи. Обсуждаем и различные акции, и многое другое, уведомляем о конференциях. Ну и, конечно, есть группа «Пункт выдачи Драгичин» и «Антополь». Значит, «Пункт выдачи Драгичин» у меня уже две группы, потому что тоже все не вмещаются. А «Антополь» здесь добавлены, ну, вам, конечно, это ничего не говорит, но просто есть консультанты с одного городского поселка, который находится далековато, и не все могут приезжать за заказами. Поэтому создана у меня такая группа, где уведомляется, кто забрал чьи заказы, и они уже вот так дружно живут, молодцы, ничего могу сказать. Но, еще раз повторюсь, групп в Вайбере очень и очень много. На этом у меня, девчонки, все. Еще раз хочу сказать, что когда начинаешь сам один, это сложно и очень сложно. Но все не дается нам легко. Просто ежедневно делать одни и те же действия. Все партнеры, которые будут вам приходить, без этого, поверьте, никак. Даже если вы уже полгода в проекте и, кажется, никого нету, все будет. Главное верить. Каждодневные действия, и потом, как вы все это покажете, они будут это все делать. И посмотрите, и результат пойдет намного тоже лучше. Плюс я тоже приучаю, чтобы, допустим, в той же примерочке бросали просто фотографии из каталога и спрашивали, кто заказывал, как там, больше мерит, мало мерит, или, допустим, очень часто сталкиваюсь с вопросом нашего корректора. Серии, я позабывала, где нажимающийся SS-корректор. Просто девчонки так и спрашивают, может, кто брал, как им пользовался. В итоге, конечно, кто-то, да, брал, и всегда помогут и подскажут. И не поверите, сейчас даже такие вопросы очень часто бывают в моей группе, где пункты выдачи, потому что все друг друга знают, город небольшой,
и встречаются часто на офисах, и зачем спрашивать у кого-то в личку, если можно, один спросил, а остальные узнали. И, как я уже вам написала, мой девиз по жизни написан у меня на всех моих основных страничках, что чтобы зарабатывать на жизнь, нужно много работать, но чтобы разбогатеть, нужно придумать что-то новое. Очень многие из вас новички, вы находитесь в прекрасном, шикарном проекте «Партнер», где, можно сказать, придумывать ничего не нужно. Уже все придумали за вас. Вы просто берите и делайте. Не получается, спрашивайте у своего наставника, но оно все получится. Просто, еще раз повторюсь, каждодневные действия, и все-все-все получится. Если есть вопросы, спрашивайте. Еще раз повторюсь, это у меня работа в Вайбере. Точно так же можно придумать в WhatsApp, в Telegram. Я знаю, что у всех директоров, у всех ключевых партнеров есть сопровождение. Только, наверное, больше всего Telegram. Тоже не помню кто, но может Яна или кто показывали, как идет сопровождение именно у нее в Telegram. Поэтому можно использовать знания из одного вебинара, из второго, сделать что-то свое, выбрать то, что вам удобнее, но нужно что-то делать, а не ждать, пока тебе кто-то это все создаст. Все, вопросов, девчонки, нет. Думала на полчаса. Вложусь в итоге 40 минут. Спасибо, что пришли, что уделили внимание мне. Еще раз повторюсь, будут вопросы, можете писать в личку. Интересует диета прощения, тоже пишите в личку. Все, всем спокойной ночи, у кого уже ночь, а у меня сейчас будет только ужин. Все, всем пока-пока.